Серый, да, на сером. Прямо 1 километр. Да? В принципе, это главная дорога у них такая. Ну, в смысле, да, то есть мы только отсрочили свое удовольствие. Хоть асфальтировано, я думал, будет. Ну, ладно. А где? Где мне тут еще гулять? Да. Не, можно прямо. А не. Карта показывает, можно прямо еще раз налево. Там кто озеро голубое? Речка. Алиур. Если там. Через 300 метров. Поверните налево. Поплывем. Опять налево. Как на. Я боюсь, чтобы там намочить где-нибудь салон. Ну, вроде говорит, ну ему не так высоко было. Вот, видишь, мокрый? Ну, да. А он туда побежал. Да он побежал смотреть. Нет, показывает, пап, туда показывает за ним. Или что он показывает? Да вот правильно, изначально же. Не, он сюда показал. Все, напрямки, да? Поехали. Поверните налево, а затем, да, не знаю. Через... Спасибо. Спасибо большое. Да она мелкая, реально, папа. Просто плавненько, не спеша, едем. Но это вода на датчике заплыла, не страшно. Так, надо запомнить, мальчик. Напоминаю, как нам завтра плывать. Туда, направо, так. Говорить. Да тут мы уже хрен. Нет, запомнить, где заехать нам завтра. Так, давай или выезжай из этой ямы тоже. Ой, через а мы поедем через. Ну вот после кустов сразу. Или я запомнил. Поехали, не стой назад. Так, здесь или так, или туда. Где навигатор? Да? Где навигатор? У тебя в кармане? Да. Да. Ты дозвонился до этих? Не, я не стал еще. И где я? Ага. Вот туда, по-моему. Вот туда, да. Кусты запомнили? Ну или вот эти две деревянные, это. Я запомнил. От кустов. Правильно я еду вроде. Да хрен пойми, честно сказать. Не могу сказать. Мне кажется, вон туда надо. Это, наверное, вдоль рей. Наверное. Она что-то замерзла вообще. Да, она. И не показывает скорость. Адрес надо посмотреть, Дима заберет. Мне надо прогрузиться, я вообще так быстро. Пока едем, интернет плохо же ловит. Да, сдохла твоя карта. Но я тут не работаю. Маршрут перестроен. Очнулась. Если бы я знал бы, да блин, я бы в рефиг бы сюда поехал. Дальше только читаю. Представь, что в остальных. Кстати, может быть, она как раз круг где-то проехала. Вон он туда куда-то показывает, да? До конца маршрута осталось 100 метров. Да. Вот этот дом. Да, вот этот дом слева, да? Да. Так,
перекусим где-то. Я не знаю, куда мы тут припаркуемся. Вот, здесь беленький можно. Комсомольская 32, а, вот этот дом нам надо, да. Ну, тут туда-то не надо прям спешить. А вот места нет? Ну, вот места нет. Ну, у подъезда прям. Ну, и что? Ну, он у подъезда стоит, а мы, ну, а мы не... Ну, а мы не уедем. Ну, сейчас, если что, перепаркуют. Ну, ладно, давай. Ласточки летают вниз.